И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Опа. И волчок нарисовался. Я же только что выглядывал в окно, а его не было. По крайней мере, я его не видел. Так, что тут у нас? Тут нормально все. Идем поздороваемся с волком, что ли. Эй, шлепа! Идем, идем. Ой, молодец. Ага, я думал, он попал. Нет, то, что он попал, это понятно. Я имею в виду, в эту, в двери не попал. Ну, чё ты там бошкой свою крутишь? Ну вот. Сейчас надо покушать. Так, это сюда. Опа. Воды не налил. Так, кожу на место. Мясо туда же. Пускай гниет. Так, съедим курицу, наверное. Ну вот. Ну и кусочек с собой возьмем. На всякий случай. Надо идти искать, где появилась третья база. Будем надеяться, что это настоящая третья база, в смысле новая, а не старая. Так, заберем этот файбер. Кстати, там где-то костер горел. Я по карте посмотрел. А вон бомжи сидят, пузатые сидят. Так, где же они могут быть-то, база? Понять не имею. Но где-то вокруг нас. Вокруг нашей базы. Где именно, неизвестно. Мишки-топтышки. Ну, пойдем туда посмотрим. Там, где она раньше была. Там у нас... У меня ничего нет. Ни костров я нигде ничего не ставил. Где появится, там и будет. Ну-ка. Чем кормят? Нормально. Можно было бы, конечно, и побольше патронов насыпать, но и на этом спасибо. Так, ну тут не видно ничего. Это там металл, что ли, на камне? Похоже. Ну-ка. Так, уже железяки берем. А, отлично. Это лось там, что ли? Ну да, он рогами своими светит. Ладно, пускай ходит, он мне как бы особо не нужен. Ладно, сначала... А, ящик закрытый. Сначала сходим на гору Шахтер, посмотрим. Вон, я вижу, уже медь там есть. В принципе, можно взять, потому что у меня уже железо больше, чем меди внезапно. Обычно было наоборот. Ух, а тут прям насыпали. Нормально так. И железо. О, и медь даже имеется. Так, надо смотреть, зато я... А тут скотина, может быть, это я сразу полез добывать руду. Ну вот. О, даже сумка. Даже сумочка есть, это хорошо. На всякий случай. Подожди, я забыл. О, патрончик. На винтовку. Я забыл посмотреть, что у меня тут. А, тихо. Чуть громче сделаем. Так, ну, походу, тут все изобилие кончилось. А нет, ты смотри. Не кончилось. Блин, как кирка быстро ломается. Обалдеть, может, я не беру. Нафиг не надо. Калийная руда это. Так, ну... Бу? Ты где Бу? А вон. Ну, Бу-Бу, ходи себе. Так, здесь когда-то была база. Когда-то была.
теперь здесь медведь ходит. Сумку охраняю, ну как обычно. Ну, в принципе, дальше уже бежать по расстоянию нет смысла, потому что на таком расстоянии уже не появляется. Ты же мне хочешь отдать сумку, да, Миша? Не, сильно близко. А, не, ну если он идет дальше. Давай. Топай, топай. Давай сюда, котон. Три штуки. Ага, спасибо. А четыре не хочешь? Так, Миша не пошел, это хорошо. Пойдем в долину сейчас искать. Они вообще где угодно могут быть. Еще ночью, конечно, посмотрим, если днем не найдем. Мне что-то кажется, в первый день их даже может и не быть. Ну, первый день после того, как они разрушились. Точнее говоря, я их разрушил. Опа, а вот и фундамент, а вот и база. А вон и студент ходит. Быстро, не думал, что я так быстро найду ее. Место крайне между камнями. Вы как тут вообще собираетесь строиться, а? База у вас огромная, она будет в камне частично. Но я его трогать не буду, зачем он мне нужен? Ну, пускай Миша его съест, если хочет. А он передумал. Ты что там танцуешь? А, о. Куда он побежал, интересно? Миша, сходи и это... А, ко мне пошел. Опять. Блин, глаздастый какой, а? Миша жопой верть, круть. Круть, верть и уходит сразу. Оу. Ладно, мы его нашли. Внезапно. Я думал, дольше это все дело продлится. Но нет. Да блин, он опять ко мне пошел. Иди с Мишей поздороваешься. Че там у тебя? Уже винтовка. Вот откуда этих тюленей, блин? У него только один фундамент. Один. Больше не... Даже больше ничего нет. А у него уже винтовка есть. Ай, ладно. Как ты не попал? Дерево, что ли, ударила стрела? Что-то не понял. О, жирненький Мишка. Куда стрела делась? Как она не долетела, я не понял, в него не попал. Ну ладно. Не попал, так не попал. Где ты там, студент? А вот он. Сумочка. Чем кормят? Ну вот. Тогда ладно. Вернул два патрона. Ты что потратил? Так, пошли посмотрим. Ну, сегодня уже все равно никого не будет. Показалось, что зашелестело. Ну, частично, наверное, база будет в камне. Хотя, может быть, и нет. Расстояние, в принципе, большое, хотя и база не маленькая внутри. Вот так, может быть. Или на камушку ставить, на прививку, чтобы пошло. Маленькая. Как-то странно так текстуры прогружаются. Может, того еще дальше. В общем, вот так как-то. Ну и... Блин, я думал, я буду бегать долго искать его. А нет. А вот и нет. Так, что там у меня по шмоткам? Рвут, заразы. Бронежилет больше всего страдает. Ну, ну и логично. Так, ну сходим в руки, что ли, помоем. Раз такое дело. Блин, а там сумка была, я помню. За этим вот, с той стороны. У нас времени много.
Можно сбегать и вернуться за сумкой. Это охотник оставил. Как раз он же приехал, сумку свою положил. Что-то далековато, правда, от базы, но ничего страшного. Медицинскую сумочку с собой привез. Что привез? Не особо-то хорошие вещи привез. Честно говоря, прям вообще не особо хорошие. Так, у нас что еще? Все еще ноябрь. Это хорошо. Волк еще не скоро появится. Надо магнум, наверное, прокачивать. Магнум вещь хорошая. Зимой явно пригодится. Патрона на нем, в принципе, много. Чтобы волков отстреливать, белых ходоков. О, Васяша. Васяша. Там он еще скраб лежал. Жалко, у меня стрел с собой нет, этих элитных. У меня есть там немножко в ящике. Может, есть смысл носить их с собой на лосе. Здесь он, по идее, меня не должен достать, или должен. Выскочит собака. Здесь мог бы и не выскочить. Но он убежал. Козел. Так, ладно, посмотрим, что там. Что лось обронил за сумку? Порох один. В принципе, на зиму можно было еще заготовить себе лосятинки. Где он делся? Куда ты там щеманул? А, блин, вон он. Ну ничего, ничего. Он затупил. Ну да, тыкается носом. И волк такой выходит. А, на лося, говорит, мне пофиг. Ну прыгай давай. Да, тут волков много. И где же... А, вон он. Нюхает воздух. Что-то заподозрил, да? Блин. Да вылез ты. Тык-тык-тык-тык-тык и побежал. Да сколько вас тут, блин, на 100 квадратных метров, блин, 3 волка. Ой, два волка, один медведь. Ну, конечно, больше, чем 100 квадратных метров. Еще один. Блин, дело сделался. Не мог он так далеко убежать, или мог? Блин. Ну, один раз я в него попал, правда не знаю, какого он уровня был. Но мне все равно было. Ушла скотина. Рогатая. Давай там посмотрим. Может, он вниз пошел, повернул, вот так убежал куда-то сюда. Либо еще куда повернул. Я не знаю, куда мог повернуть. Исчезнуть он тоже не мог, потому что еще рано, чтобы он исчез. Потому что я по-новому игру запустил, так что... А он еще, я не знаю, где он. Он куда-то сдымил, блин. Ну, козел. Рогатый. Может, он все-таки сюда куда-то побежал? Пока я не видел. Ну, серьезно, где он? Так, блин, ящик все еще лежит тут.
Что-то следопыт из меня хреновый. Пропал, короче, лось. Возможно, конечно, вообще в другую сторону повернул, аж туда побежал. Ну, за бугром, когда забежал, мог повернуть в ту сторону. Когда я его не видел. Ну, как вариант, но назад вряд ли он вернулся. А, вон он, ты смотри на него. Где та бляха-муха? Так неохота на них тратить из дробовика патроны. Давай, гав. Бля, чуть-чуть не хватило. Да бегишь ты. Ну вот. А руки мы не помыли, да? До сих пор. Ну, зашибись. А компотом руки мыть нельзя. Так, где ты там? Опять чуть бежал куда-то. Мог меня увидеть и уйти. А я вот его не вижу. А, Миша, ну Миша, ты подожди. Так где эта скотина делась рогатая? Не вижу. Так, ладно, руки помоем по-любому, раз возле озера. Я бы еще даже посмотрел на жемчуг. По-моему, лося уже я не найду. Так, жемчужинка есть, отлично. Это я удачно зашел. А одна? Ну, как-то один раз я нашел здесь аж целых две. Это бывает вообще никогда. Один раз было и все. Один раз и все, и больше нет. Так, где? Он по-любому где-то в эту сторону пошел. Или нет? Да блин. Ты курица, блин, где-то. А я сам заметил хп, думаю, не понял, где-то она. Так где ж тот лось, чтобы ты был здоров? Куда он мог пойти? Блин, уже отрегенился, наверное. Я в него только один раз попал. Так, чё это, кусок железяки, давай. Неужели он сюда пошел? Ну, вообще мог, конечно. Хотя он мог, по идее, уже, может быть, и исчез. Время уже много было. Опять эти мишки. Там лося даже и не пахнет лосем. Не знаю. Ой, надоели уже. Надо больше животных, больше. Чтоб прям вообще пройти нельзя было. Прям совсем. Короче, я не знаю, где он делся. Он куда-то ушел. Рогатый. Тюлень. Ой, да пошли посмотрим, короче, на ту базу. Как она развалилась. Я, кстати, дров не подкинул. И плевать. Спички сделаем одноразовые эти. Че там, бежишь еще? Ты смотри, какой настырный. И самое главное, что лося нигде не видно. О! Курицы тут в пати устроили. Ну что ты там бежишь, не? Волк. Идем давай, уже осталось тут 2 метра. Давай, давай. Ты уже пришел.
Ты просто об этом еще не знаешь. Зачем? Руки помыл? Ну ладно. Помыл так помыл. Так, сейчас что-нибудь перекусим, если надо. Угу, тут еще нормально по дровам. Че семечку нельзя кинуть в дрова? Это же... Так, о, кстати. Можно было бинтик уже давно сделать. Так, жир. На тебе жир. Вот тебе брикет. Попить надо. Раз попить. Дверь закрыть и пошли через воду, так быстрее будет. На старую базу глянем, что там. Ночью надо будет все собрать. Обычно иногда, в смысле, очень тяжело базу третью найти. После того, как ее это вот разберешь. А тут прям сразу случайно наткнулся на нее. Ну, в принципе, у меня было предположение, что она именно там появится. Потому что я здесь нигде не ставил костров. Место камушки. Ну, там все равно не запрыгнешь никак. Не те эти камушки. Если бы не возле большого камушка поселились, это другое дело. А возле маленького камушка он что, есть, что его нет. Он такому разве что мешать будет. Да иди ты. Опа. Не, ну тут не тот лось. По-любому, потому что он не мог такое большое расстояние пробежать. Не мог, конечно. Но это явно не он. Ладно, мы потом за ним к нему пойдем. Что тут с базой? Что-то осталось вообще хоть что-то? Не. Уже вообще ничего не осталось. Волк бежит. Бежит, бежит. Здесь две сумки лежат. Тихая смерть, зараза. Ну не хочу я патроны тратить на вас. Отвести их, что ли, подальше от сумки. Он застрял там или нет? Сомневаюсь. О, отстал, как минимум. А застрял он там или не застрял, мне уже не интересно. Сумочку забрать. Кролики. Когда я морковку. Так. Берем вот эту, которая ближе к волку. Оу. Теперь эту заберем сумочку. Ящик, то есть. Пойдет. Можно даже дерево рубануть. Немножко дерева на зиму заготовить. Плюс червячок. Как бонус. Пошли обратно. Можно уже огород пересаживать. У меня там морковка уже выросла, картошка выросла. Помидорки вряд ли. Но картошка выросла, это точно. Должна была вырасти. Если что, сейчас удобрим. Не знаю, что там ХП. О, привет, котон. Давно не виделись. Я уже думал, что он уже не растет, а он, оказывается, все еще растет. Тут и олени, и лоси. А, кстати, где лось делался? Он же там к берегу пошел, кстати говоря. Позырить на него. Лось невидимка, блин. Куда-то опять сдымил. Включил стелс-камуфляж и где-то исчез. Серьезно, его нет. Ни здесь, ни там.
Не помню, медведи, по-моему, за ним гоняются. Но медведь на месте. А этого нету. Ну и ладно. Это что там, ящик? Ящик. Пошли возьмем. А, блин. Плевать. Там сутулы охраняет ящик. Ну, Олежка, вот он. А лосяшки таки нет. Лосяшка бы мог вообще на другую сторону переплыть. Они это практикуют. Хотя олени тоже плавают. Ну, не важно. Ладно, возвращаюсь тем же путем. Через заднее крыльцо. Где жемчуг? Вода все еще теплая, 9 градусов. Аж целых 9 градусов. Ледяная вода, блин, 9 градусов. Залезешь там и окоченеешь через 5 минут. Так, что у нас? Помидоры даже еще и не думают. Ну, уже почти. Кстати, можно вот этим вот помидоркам подкинуть, кстати. Семечки скинуть. Ягодки. Ну, куда тебе? Куда-куда? Вот сюда. Блин, еще хуже сделал. Ну, ладно. Так, жемчужинка. Иди домой. Иди на... О, мясо стухло, говоришь, да? Кстати. На тебе еще дополнительно. Остальное потом разложу. Так, давай. Пока солнце не ушло. Подкормим. Так, эта картошка полностью выросла, да. Картофель вырос. Лук вырос. Весь отлично, можно собирать. Раньше так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик и собрал. Теперь, блин, надо ждать полсекунды, пока он вырвет картошку. Так, здесь у нас что-то есть по картошке. Одна штучка. Быстро садим. Пока картошка не начала портиться. Блин, ну почему нету, блин, 8, чтобы сразу сделать? Ну, блин, 2,5, да ну что это за математика такая? Когда надо 8. Ой, не туда полез. Я уже забыл. Во. Как оно так быстро? Ой, ты короче. Уже надоело это все. Только сорвало, оно уже, блин, на четверть испортилось. Это охренеть можно. Эти дела можно сразу садить. Понесли сразу в холодильник. Блин, ну почему? Потому что он там все время был давно. Так, во. Морковки прям дофига. Так, у меня есть одна штучка, да? Ага, отлично. Сделаем еще себе тоник. О. Это нам не надо. Вата. Так. Семечки. Сколько здесь есть? 3 семечки. Прям в холодильнике будем делать. 8. 13. Лишнее оставим, если что. О, неужели? А, не, показалось, что подросли. Так, и у нас еще лучок поспел. Так, куда? Да блин, промахиваешься. Нормального фонарика в игре нету. Только на оружие. На одежду у него, видишь ли, не может повесить фонарик. В руке держать фонарик тоже не может. Вместо фонарика вот это говно он держит в руках.
Так, неплохо. Слушай, серьезно, я вот собрал, прибежал сразу же. И так уже сильно повредилось. Охрень какая-то полная вообще. О. Совпало. Блин, это вообще я не знаю. Ну давай еще быстрее сделаем, чтобы оно портилось. Ток сорвал, но раз и пока до рта доносил, оно уже сгнило. Че бы нет. Так. Веревки. Дерево. Червячок. Вот эта фигня. Вот эта фигня. Ну, много чего есть у меня уже. Куртки. Пора уже куртку надо надевать. Сколько она по тепла? 2 градуса дает. Рубашка. 2,4. Странно, рубашка теплее, чем куртка. Ну ладно. Хотя ничего странного. Почему нельзя все вместе одеть? Так что я хотел сделать? Я хотел пепел выложить. Пускай копится котом, мы его потом целый весь посадим. Так, что у нас вот здесь вот? Тут тоже все неплохо. А по воде? А по воде отлично вообще. Ну все. Как бы. Закрываем 6 градусов. Не так уж и тепло. А вот 12 уже плюс-минус. Так, что у нас по еде? Витамины кончились. А помидоры так и не выросли. Немножко морковки съедим. Помидорки вкинем себе. О. Так. Есть кусочек мяса. И есть вода. Что еще надо? Отлично. Все полненькое. Так, ну и парочку подкинем сюда. Мало. И генератор, кстати, молчит. Я только сейчас обратил внимание, что тишина. На тебе. А, он всю энергию набрал. Поэтому... Да нет. Не могло столько потратиться. А почему? Не знаю, короче, неважно. Так, тут у нас ничего нет. А все остальное сюда. Ну вот. Ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Блин, надо свет включить. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.